Всем привет! Сегодня у нас на распаковке очередная посылка, которая шла 19 дней. Трек номер отслеживался. Стоимость товара $9.38. Это у нас часы настенные с такими большими цифрами, которые наклеиваются на стену. Цвет должен быть серебро. Ну, давайте сейчас откроем, посмотрим. Так, ну вот, все края, покажу, что все цело. И, кстати, я чувствую, что здесь пенопласт. Давайте откроем. Так, улетели. Ну вот, открыли в таком вот пенопластовой коробке. Ну и вот сам вид часов и их номер модели. Ну, как выглядят, я вот здесь вот укажу на стене уже. Ну, а сами давайте откроем, посмотрим. Так, убираем упаковку. Ну и вот смотрим. Вот цифры с одной стороны. Идет ну, в виде двухстороннего скотча. Вот размеры сейчас я вам укажу. Давайте я отложу цифры. Все вроде на месте, да? Они на таком вот, какая-то пена. Давайте отложу. Не, ну упакованы хорошо. Так, это все. Вот это у нас основа, куда крепятся стрелки. Это у нас сами вот блестящие, да, серебро, цифры. Давайте я достану. Посмотрим вблизи, да, какую-то. Ну вот. Оно вытирается все. Вот такие блестящие циферки. Но они в каком-то, их нужно хорошо вытереть. Они в каком-то белом порошке. Так, ну давайте я пока уберу. Это вот нам нужно для того, чтобы разметить, куда будут крепиться цифры. И вот сама, так сказать, линейка. Вы на сайте увидите, как это делается, да? То есть оно вот сюда цепляется. И вот по какому размеру нам нужно, вот, чтобы был круг, окружность. Мы выставляем цифры. Так, ну идут вот, я так понял, это для стрелок. Ну, все есть на сайте, в описании, как правильно разметить, это все есть. И вот, кстати, есть инструкция, вот смотрите. То есть даже на стрелках вот наклеена пленка. Стрелку цепляем на вот этот вот наш основание. Прибиваем вот эту вот штучку в гипсокартон или в стенку. Цепляем с этой стороны, у нас что-то есть. Ну, получается, цепляем вот
наш шаблон. На него вот эту вот линейку, что я указывал. И начинаем, отбиваем сначала вертикаль, горизонталь. И метим, куда мы будем ставить цифры. Ну, вот так сказать, пошаговая, интуитивно понятная инструкция. Вот там в фотографиях, а здесь вот в рисунках то же самое. И вот такой вот длины у нас стрелки. Давайте я сейчас возьму линеечку, и мы замеряем все это дело. Так, ну давайте померяем. Вот длина стрелок получается 39, чуть больше, 39,5 почти сантиметров. Цифры, ну давайте возьмем восьмерочка. Ее высота 8,5 сантиметров, ну и ширина 7,5. Ну, большие такие цифры. И диаметр где-то приблизительно 12 сантиметров самой основы. Вот куда будет вставляться батарейка. Сейчас, кстати, нужно... Сейчас я вставлю батарейку, посмотрю, ходят ли часы. Так, ну вот я вставил батарейку. Можно посмотреть вот по шестеренкам, что они идут. Ну вот я поднес близко к телефону. Вот такой вот звук. Они идут тихо. Ну как, их слышно, но не критично. Так, ну вот такие сегодня на распаковочке были часы. Часы мне понравились. Так что товар можно рекомендовать. Вот ссылочка на товар будет под видео. А, здесь еще и пленка. Ее нужно будет содрать. Вот, и все будет красиво. Она не поцарапанная. Я вижу здесь пленочку. Вот, вот есть пленка, видите? Но я сейчас снимать ее не буду. Все, и оно будет все чистое, гладкое, блестящее. Так, ну, все, ссылочка на товар будет под видео. Кому понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Все, всем удачи, пока.